Таймер начинается в момент, когда нажимаю старт. В главном меню. Будет такое правило быть. То есть вот здесь. Чекпоинт возьми. Хорошо. Блин, ну ладно, нормально. Но я считаю, что это вообще идеальное начало. Это практически вообще идеальное начало. Блин, я забыл чатик развернуть. Небольшое слово отчество, не страшно. Так, оружие, собирательством оружия не брезговать. Это я усвоил. Да блин. Вот этими штуками тоже. Зачем я это сделал? Ладно. Ну блин, я не мог выстрелить, у меня КД было. Да что ж ты, ну... Так, до чекпоинта надо добежать. Ты чё? Такое. Ну блин. А, ну у меня есть еще одна жизнь. Так, последняя жизнь. Тут где-то чекпоинт уже рядом вроде. Есть. Так, специально умираем тогда. Еле-еле. Блин, что-то я... Конечно, хпшка тут на пределе, да. Есть такое. Можешь собрать пока. Пока там остывает. Нам сюда не надо, да, мы не пойдем. Там, типа, можно собрать что-то, но нахрен нам надо.
Пойдем тем же самым путем. Блин, я хотел применить водичку, но не успел переключить. Так, ну две жизни это достаточно много, так что специально я не буду их сливать на чекпоинте. Хорошо, когда с тобой такая стена ходит, которая ничем не пробивается, и в нее динозавры врезаются. Можно использовать как барьер. Удобно. Вот. Ты что, не умер-то? Блин. Одна жизнь, кстати, это плохо. Блин, у меня водички нет. Такое. Надо проходить. Надо проходить на тех жизнях, что остались. Блин, проблема у нас. Ладно. Должен допройти. В теории. Ну, у нас одна жизнь-то есть целиком. Явно должен пройти. Следующий. Да. А я не знаю, есть ли смысл. Ну ладно, давайте попробуем. Ну типа я возьму сейчас жизнь, а мог бы по идее слить на чекпоинте потом и... Ну знаете. У меня было бы 3, но как бы хрен знает, может я без слива пройду просто. Ты чё? Серьезно? Да лол. Как так-то? Он нельзя, чтобы он уснул. Нельзя, чтобы он уснул. Это ГГ.
чекпоинт. Не, я рипаюсь. Пожалуй. Такая себе идея. Ты чё, не попал, но опять начинается. Привет, чувак. Что-то у меня хпшек там, ну скажем так, без запаса. Да лол, ну нет, ну... Ну... Жесть, теперь давай умираю. Еле дошел до чекпоинта, серьезно, что за жесть? Даже damage boost не получаем. Блин, такое. Тоже игнорим. Сейчас будет опасный момент. Блин, а неужели не сян? Я первый раз просто на машине доехал до прям до моста, я обычно раньше умирал. Неужели нельзя на мост заехать? Блин. Тогда надо будет немножко изменить страту. Ну как, в принципе, доехать до моста и выйти тогда просто надо. Ну ладно, это все равно хорошо получилось. Ну, я думал, даже хуже будет. Так, все по плану пока идет. Thank you.
машина чуть-чуть покоцанная, но хотя бы до турельки доехать, я думаю, мы сможем. А это уже нормально. Ну, даже проехал турельку, нифига себе. Да выйди ты, ну. Фига себе, ты даже обратно выехать смог. Ну это прям пруха. До первой минки сойдет. Так, идем обратно опять за машиной, которая заспавнилась. Немножко заблудился, но не страшно. Ноль хп. Это ожидаемо. Так, дальше. Ну давай, ну толкай уже. Пока все идет просто лучше некуда. Просто лучше некуда. Я вообще даже не ожидал. Ну, такие мелкие вот эти затупы, это вообще фигня, ни на что не влияет. Сойдет, это вообще нормально. Это вообще все равно это круто. Это все равно пешком недалеко идти. Ну, правда, ноль жизни, ну да, то есть как бы сейчас мне надо не умереть еще под конец. Стоп. А я не забыл никакой? У меня последний остался или два? Должен быть последний. Если два, то я что-то забыл и фейл, короче. Я надеюсь, что я ничего не забыл. Что? Где? Да ладно. Да блин, где я забыл-то? Да ё-моё. Да, ну, первый фейл. Где? Какой я не активировал? Что? Я самый первый не активировал, серьезно? Да как такое может быть? Самый первый, с которого уровень начинается, я мимо него пробежал. Ну, резетать я, разумеется, не буду. Ну, такое. Но будет потом, как, ну, типа, возможность улучшить результат.
Блин, так хорошо все шло, просто супер было. Да, да выйди ты уже. Ты будешь выходить, нет? Что-то меня бесит, кстати, частенько такая шляпа бывает. Ну ничего поделать, бывает, бывает. Как тут возвращаться-то, я даже не знаю. Блин, это могло быть саб Да я хрен знает, как я сейчас не собрал дерево, если честно. Я как бы тороплюсь, конечно, то есть, поэтому врезаюсь, стараюсь их быстрее не упускать ни одной возможности. Ваншотный, по-моему. Ну, попади. Есть.
вот как бы та жизнь, которую я взял, можно сказать, пригодилась. Сейчас еще одну пойду. Выходи. Выходи, говорю! Не важно, это не важно. Ну просто то, что я время только потратил. Пока оно там взрывалось, все. Только это важно. Сама жизнь. Так, ну тут лучше рискнуть жизнью, чем в неудобной позиции его заспавнить. Ну давай. Давай сюда. Сойдет. Правда, что-то в жизни аж две штуки, что и потратил. Жесть. Да, что-то по жизням не очень, что-то я сливаю. Проблемы были. Это провал. Это провал. Не дошел до чекпоинта. Ну, что поделать. Придется продолжать. Да что-то, блин, они сожрали меня вообще, жесть просто. Как так-то? Просто они взяли и схавали меня. Стоп, мне что, нечем взорвать генератор? Здрасте, приехали. Ау. Немножко не пошло. Ну и да, ноль жизни, конечно.
Ну как, однако, если тут будет, ну... Чё, где даже воды нет? Да, как, я не пройду. Да блин, да какой старт? Так, а что делать-то? Я даже не знаю, я даже по чекпоинту съезжу, пожалуй. А чё, дротиками должен этого Трайка усыплять? Не, ну я, конечно, могу, но только у меня уйдет жизни 50 на это, наверное. Это точно победная. Че его не пробирает-то? Не понял. Я не знаю, блин, ну а как, если зафейлил, что делать-то? Я что-то как-то даже не знаю, даже если бы это было кузарное прохождение, что должен был делать? Ну вот, называется тренил-тренил, а на фейл я, ну как бы капной страты я, ну, не завез. Банально. То есть я пока тренил, у меня не было такого случая, я не ожидал. Ну а как мне без... А, ну я знаю, кстати, что можно сделать. Не думал, что на спидране понадобится это. Стоп, тут нет водички? Серьезно? Такое. Thank you.
неужели? Вроде какая-то катастрофа. Что-то я вот с этим уровнем не ожидал проблем. Я, ну, как бы ожидал проблем с некоторыми другими уровнями, хотя они, может быть, еще и будут. Но с этим уровнем я как-то вообще не ожидал проблем. Ну, сейчас еще второй. Что мне с ним делать? Тоже... А, тут сейчас водичку дадут. Что-то. Да блин, ну... Да, ну, ну пипец, я всю воду уже потратил. Ну ладно, должен пройти. Спасибо. Я что-то 13 минут проходил этот уровень. Отличный спидран. Между прочим. Один. Водичка пригодится. Забыл про этого.
прикольно, ящик. Спасибо, что взорвался просто так. Так, 8 осталось. Эти ракеты, конечно, они нехило замедляют игру, а ведь у нас реал тайм, так что как бы все тормоза, это мне в минус. Привет, контошутер, именно. Ну такой, конечно, спидран, если честно, но тем не менее, да. Первая попытка. Так, тут где-то вроде была машина, она по мне пригодилась. Ладно, не помню, где она стоит, и сейчас искать я, конечно, ее не буду. Но она тут чуть-чуть совсем помогает, поэтому, в принципе, она не стоит прям того, чтобы обязательно ее брать. Так, тут главное не залажать, потому что чекпоинт далеко. Будет неприятно, если залажаем. В принципе, не должен. На всякий случай, наверное, буду собирать жизни. Ну так. Блин, я думал, не остудит, но ладно. Ну,
хорош. Пока вроде справляюсь, более или менее. Вроде бы, да, все, два осталось, хорошо. По крайней мере, я ничего не упустил, не забыл вроде. Стоит чекпоинт взять? Да, не. Чекпоинты еще какие-то брать. И так пройдет выйди, ну. Вот бы сейчас была смерть 10 из 10. Так, погнали. Неспидрабельный уровень.
принципе, у грузовика здоровье полное. Так, сейчас минное поле добудет вроде. Блин, я сейчас сдохну. Ну, у меня, в принципе, полно так-то жизни. Даже не умер. А, не разбил. Минер. Нету гранаты, ну и пофиг. Все ради безопасности грузовика, даже минку с собой выключил. На самом деле не надо было. Лучше бы он наехал на минку, ему в офиг мой бы от одной. А, нахрен я жизнь просто так потратил. Чуть не подумал. Блин, ненавижу вот этот причал. Он такой... такой. Пошел. Третий пошел. Что-то изи. Сейчас начнет беситься.
Ну, да... Есть. Это было быстро. Сейчас было больно. Не стоит брезговать, а собирать это оружие. Так, сколько у меня? 5. Ой-ой-ой. Отлично. Нифига себе ты охренел. Собрать. Ой, сейчас взорвется, да? Ну нет, ну. А, есть, жизнь хотя бы не взорвалась. Отлично. Черт, еще раз, да. Попытка, попытка. Я опять не туда пошел. Опять забыл, куда надо. А, вниз надо. Блин, у меня нету гранат. О, типа... Я опять в одном и том же месте заблудился. Ну, в смысле, в тот раз я тоже тут заблудился, когда практиковал. Так, мне нужна срочно жизнь, так что если сейчас я умру, то это будет все бесполезно. Нет, 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 нет. О. Так, живем, живем. Достал.
знаем, куда идти, по-моему. А, да-да-да-да-да, все, вспомнил. Генератор сейчас уничтожим. Чем генератор-то буду уничтожать? Неловко вышло, ну ладно. Нет, наверх, наверх, наверх. Так, тут надо опять генератор уничтожить. Где-то внизу. Стоп, не-не-не-не, мне же, по-моему, тут где-то вниз надо было идти, да? Точно, точно, точно. Оу! Так-так-так-так-так-так, последняя жизнь, и я уже у выхода, давай, соберись. Мне, конечно, надо будет сейчас слиться, потому что ноль жизни. Хотя, может, до чекпоинта доберусь, кто его знает. По-моему, тут чекпоинт недалеко находится. Да, был же вроде тут чекпоинт где-то или нет? Но, видимо... Ну что будет, то будет, что поделать. А, так я тут. Ну блин, ну рип, короче. Да, надо было сливаться. Ну чё, я по это. На что я понадеялся? Ну ладно, будет уроком. Да, ты в резкий, но... Это было не супер ловко, но примерно, да, примерно нормально. Да, и вот чекпоинт. Так, нет, тут мимо проезжаем. Thank you.
стоп, а где? Главное, говорю, до чекпоинта дойти. Все, отлично. Теперь сливаемся. Хотя, да, наверное, скорее всего, сливаемся. Странно, я думаю, это лучший способ пройти, это просто бежать напролом, под огнем, умирая, но, по-моему, это быстрее всего. Чем я буду там отстреливать сейчас каждого. Правда, тут сейчас под конец будет рискованно, потому что, ну, как бы, самое... Типа, можно умереть и, ну, уровень не допройти. Ну чё, спидраны дело рискованное. Серьезно, мне нет никакого оружия нормального? Да ты издеваешься, что ли? Ну... Чё за бред? Ну блин, сколько раз не выстрельнул. Да это жесть какая-то, ну это блин. Почему они с гранатами бегают? Я же не активировал даже этот самый. Я же сигналку не активировал. Охренеть просто, ну это дичь. Да вы достали с гранатами бегать. Это... Видимо, все-таки, походу, сработало то, что я... Ну, типа, я же один раз активировал сигналку. Но, правда, после этого я с чекпоинта начал. Но походу, какой-то триггер остался, потому что... Ну, блин, ну что это за дичь? Ну, это жесть просто. Невозможно ничего сделать.
почему-то не убиваешься. Редко, да. Так, ну давайте. Что-то мне сейчас кажется, что там уже в хорошем оптимизированном спидране может быть даже будет сапчас. Реально. Посмотрите, час 14 с дичайшими фейлами, и я уже на четвертую зону перехожу. Ну, не знаю насчет сапчаса, но мне кажется, ну, типа, вообще там без ошибок точно сапчас будет. Ну, еще плюс маршрут, может быть, как-то подоптимизировать. Может, кем-нибудь еще... Ну, не, ну, скипы вроде я не знаю, какие тут еще можно найти. На первый взгляд, не находится больше. Да, блин, когда я больше-то спидранил? Я больше спидранил 2 года назад или сколько? И то не так уж много, долго и много. Да, спидранил вторую Камилию немного, спидранил Соника второго, спидранил Айвона без ЭКООП и чуть-чуть совсем контру, хардкор.
Sonic 2 и Quantum Hardcore. Не видел? Ну, Контру я совсем мало драйвил, по сути, один день вроде. Ну, просто я в нее и так хорошо очень играю, поэтому у меня как бы в первый же день были результаты уже, ну, как бы, ну, был хороший спидран. Но. А Соника я давно спидранил. Довольно. Я забросил спидраны по Сонику второго, из-за того, что там, блин, там путь с моральный скип на третьем Метрополисе, который экономит 3 минуты. Из там, ну, там, 20-30 минутного забега, да, то есть это очень много. Но при этом его сделать капец как тяжело, просто нереально тяжело его сделать. И, блин, меня так это дезморальнуло, но... И плюс еще мне не нравится то, что там время нужно считать игровое, руками приплюсовывать, это неудобно, и, ну, что-то я из-за этого дропнул, короче. Но все равно каких-то результатах я добился в табличке, не на последнем месте даже. Но я в реальных забеге ни разу скип Метрополиса не сделал. И при этом я обогнал чувака, который делал этот скип. Зато он остальную игру хуже бежал. Причем там уже в Сонике новые скипы открыли, которые заменяют некоторые другие нестабильные скипы, а этот выглядит как более стабильный. Ну, там новый, короче, один на Уилл Оушене. И поэтому, конечно, у меня есть какое-то желание попробовать, ну, типа, вернуться попробовать, но просто на Метрополис никуда не делся, он никуда не делся. Это все такой же тупой фреймперфект скип в конце игры, ну, зашибись просто. А как бы, и, ну, именно прикол в том, что если забить на этот скип и не делать, то, ну, как бы, блин, 3 минуты на канале. Я, конечно, понимаю, что можно его не делать, да, 3 минуты терять, и типа там, вот сейчас VR там, сап 15, ну, грубо говоря, 15 минут, да, и типа пробежать там за 18 минут, и... Ну, можно сказать, что это, ну, как VR, только без скипа, но, блин, вы же понимаете, что неохота быть где-то в середине таблицы только из-за того, что ты, ну, типа, в середине, а не в начале, только из-за того, что ты этот скип тупой не делаешь. А, типа, если бы делал, то был бы вообще там в первых местах. Ну, как бы это не прикольно. В общем, поэтому мне как-то дезморалили это спидраны, именно по сути. Взорвется или нет ваша ставка? Взорвется. Есть, жизнь не взорвалась. Правда, я сейчас умру. Ну вот. Но все равно, ладно. Да то я же с бронежилетом появляюсь.
машина, которая взрывается. Забыл про этого чувака. А, надо было взорвать два камня. Ладно, не суть. Привет, Кэт Блэк. Да, сегодня днем строил маршруты, и сейчас первый забег делаю. VR забег, между прочим. Потому что эту игру больше никто не бегал. Типа, есть лонгплей на ютубе на 3 с чем-то часа. Вот если я 3 с чем-то часа побью, то VR, короче. Я тогда, ну, создам эту игру на спидранкоме. Хорошо, создание. Ну а я явно в 3 часа уложусь, ну блин. Ну я не верю, что я не уложусь в 3 часа. Час 23, блин, а я уже вон андермайн. Ну, там есть на что-то 200 или 300 с чем-то часов там какой-то. Там собраны. Всякие бывают. Там нужно ждать, что какой-то предмет там в какой-то игре появляется там через 2 недели, типа. И это реально бегали. Ну как, ну, бегали. Ну там 2 недели, короче, я говорю, там нужно 2 недели ждать, чтобы какой-то предмет появился в игре. Именно реальные 2 недели. Ну, никто же не думал из разработчиков, что кто-то будет это спидранить на 100%. Кто-то упоролся. Я не помню, какая игра, но какая-то RPG вроде там. Блин, что-то мне кажется, что я тут был еще один, да, и я сейчас пропущу его. Точно. Вот хорошо, что я вспомнил. Давайте жить заходим. Сейчас бы был бы фейл, если бы я его забыл. Пригодится. Чуть-чуть времени потратил, не страшно. Thank you.
охладили чувака. Так, надо сейчас не залажать. Где тут минка тупая? Не это. Вот так. Хорошо. По-моему, еще одна. Ну, что за... Повезло, что еще не взорвался, на самом деле. Где автонаводка? Ну, блин. Такое. Да ладно, соберу. 6 жизней, значит, как бы хорошие шансы где-то проспидранить, типа, вместо того, чтобы с чекпоинта там... Ну, 5 жизней. Это кто? Норм типок вообще. А, сейчас же Рох-Рот. Блин. Тогда там эти жизни ничего не значит. Такое, я уже думал, сейчас будет рип. Выходи, выходи! Не жри машину, ну не жри! Нахрена тебе жрать машину? Я же вышел из нее, ну... Охренеть, где мне брать гранаты? Ну блин, вот и я жизни, да, накопил. Класс. Запомнили, number mine, жизни собирать вообще не имеет абсолютно никакого смысла. Жри машину, я тебе говорю.
Ты чё, появился? Какого хрена? Блин, он же сейчас к нам придет. Да не жри машину, ну ты не очень. Ну жесть. Забыл! Как это? Офигенно. Такие возвраты делать к чекпоинту километровые. Блин, нету гранат, придется с собой дорвать. Я не понял. Я что, не ту кнопку нажал? Что за жесть? Блин, я не ту кнопку нажал, серьезно, вместо того, чтобы сесть в машину, я расстрелял ее. Не очень по-спидранерски, но, блин, пока так сойдет. Ну ладно, от одной гминки ничего. Да ты, ну ты достал. Специально его на мину завел.
Блин, что-то мне кажется, что я не доеду с таким хп. Теперь доеду. Ну, должен, по крайней мере. Ух, это потный уровень прошел, его хорошо. Отлично, поехали. У меня нету воды, поэтому приходится их расстреливать. Так, где яйцо? Что-то не помню. Лол, звук забуговался. Ну, выходи, ты чё? Вода сохранила слово. А, так яйцо тоже. Я же ее убрал до ЧП. Thank you.
По идее, это правильный остров. А то что-то я поплыл не совсем обычным способом. Блин, только это же не первый остров. Или это первый? Ну блин. Я не помню, это первый или не первый. Черт, походу это первый. Я мимо, значит, проплыл. Ну ладно, хоть тогда жизнь соберу. Как я мог мимо проплыть-то, лол? Где? Теперь мне каким-то необычным маршрутом надо плыть к тому острову. Я не знаю, где тут мина. Ну, ладно, вроде я нашел. Походу он недалеко от этого острова. Ну, походи, пожалуйста. Чё, осталось 3 уровня? 3 уровня и... 75 минут. Наверняка босс и 2 уровня. Thank you.
что делал? Все время забываю про этих, они такие резкие. Ладно, хоть тут довольно-таки щадяще все дают возможность реагировать. Не, когда вдвоем играешь, тут, конечно, эпично. То, что пока один уворачивается от этого всего, другой в это время стреляет. Классно, такой прям коопчик тут. На одного, конечно, тут так казуальненько больше. Ой-ой-ой. О! Промахнулся. Блин, час 50, но я не смогу саб 2, по-моему, нереально саб 2, но сейчас. Привет, Редайр. А мне очень нравится, мне просто эта игра безумно нравится. Такая классная. Я просто вот играю, наслаждаюсь. Одна из моих любимых игр на Сеге. Да, блин, ты чё? Взорви тут мне машину. Да. Но мы играли в режиме компетитив, ты об этом тоже помнишь. Конкуренты. Плюс мы всякое там это... Ну мы как бы не старались быстро пройти, мы просто проходили, мы там облазим и все. Thank you.
хочу блан с саб 2 сделать, серьезно, ведь могу саб 2 сделать, офигеть. Ведь можно, можно. Надо тащить. Я не помню просто сколько турин занимал, ведь времени у меня. Но явно можно. Просто надо нигде особо не зафейлить, если серьезно. Блин. Да расстрелка же показывает, что я волнуюсь. Минут, да не может быть, чтобы не, я успею. 6 минут я успею, это точно. Ну прям даже с запасом, по идее. Последний чекпоинт. Блин, стрельба тут очень тяжело на одного. Тут она как бы автонаводка, но для этого надо как-то отпустить направление и как-то чуть-чуть подождать. В общем, непонятно, она работает. Вот она как-то со второго раза, я не знаю. Ну все, точно успел. Точно успел. Неважно. Это неважно уже. Ну, просто да, тут на самом деле не надо так торопиться. Да, сейчас я... Сейчас я приеду. Что-то слишком я тороплюсь. Надо успокоиться. Есть. Час 56:29. Ну, по-моему, нормально. Намного лучше, чем я рассчитывал, если честно. Ну, по сути, это на, как минимум на час лучше, чем я рассчитывал. Никогда не думал, что можно так быстро пройти. Ну все, по-любому отправляю реквест на добавление игры на спидранку. Должны добавить. Я не знаю, почему ее там нету. До сих пор очень странно. Ну то есть там же есть полно игр, которые никто не бегал, но они там все равно есть. Ну как бы, не знаю, их просто добавляли, видимо, потому что ну, просто они просто существуют. А это почему-то вообще нету. Ну,
тут какие могут быть категории? В принципе, тут категории, тут по процентам, тут по сути только any процент. Больше нет особо вариантов. И то есть может быть один игрок, два игрока, и ну, кооператив и компетитив, соответственно, и там, и там. А все по игре других категорий, в принципе, вроде не может быть. То есть никаких тут 100% как бы нету. Непонятно, что все карты собрали. Ну, типа, на каждом уровне карту собрали, ну, такое. Так что, я думаю... Ну, пока что вообще одного просто и не процента хватит. Потому что, по понятным причинам. Когда один спидранер, то... Ну, по крайней мере, я-то пока не собираюсь другие категории какие-то бегать. Все тогда на этом.